Здравствуйте, дорогие друзья, это программа Кошки ТВ. Мы находимся в селе Нижняя Быковка на хоккейном турнире, посвященном Международному женскому дню. Среди команд Кошки, Максимкина, Константиновка, Нижняя Быковка и Орловка. И команды из соседей Татарстана и Челябинской команды. Слово для открытия турнира представляется главе муниципального района Кошки Титову Виктору Николаевичу. Давай, пока они... Привет, Сергей! Василий, стой! Команда Нижней Быковки. Надо общий план, ну и чтобы не слишком далеко. Я с Орловки. Пауза нажми. Thank you.
Я хочу наших посмотреть. Вообще, куда они там будут играть? Ага. Ну это никуда не идёт. Давай. Второй тайм. Счет 1-0 в пользу команды Нижней Буковки. Не мешаешь? Давай, давай, давай!
сказал. Второй тайм, счет 2-0. В пользу команды Нижняя Быковка. Завершился матч между командами Нижней Быковки и Русской Васильевка со счетом 3-0 в пользу команды Нижней Быковка. Нет, когда играть не будет, играть не будет.
Это не так.